De la Rai, De la Rai, zal jij die boeren kom lei. De la Rai, De la Rai, generaal, generaal, ze zien man zal ons om jou val. Generaal, De la Rai, word die kakies wat la... День добрый, на связи Амкабаский. Сегодня мы продолжим с вами проходить Викторию 2 за Трансвали, это шестая часть, и сегодня нам надо постараться подготовиться к колониальной гонке за Африку, ведь она через 3 года потенциально может начаться, реально где-то через 5 лет. В принципе, у нас все к этому готово, много районов есть, регионов. Осталось только построить колониальные базы, нарастить флот, ну и постараться правильно нарезать все это. Я надеюсь, у нас все получится, в целом. Мы готовы к этому лучше, чем за Сокота. За Сокота, когда у нас была партия за Сокота. А за Сокота мы успели очень неплохо так поучаствовать во всем этом. Главное забрать побережье. Тут, если посчитать, это раз, два. Но этот регион не так существенно, просто эстетика. Раз, два. Выколнялы? Нет, это хорошо. Так, два. Что такое? Три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, елопало. В общем, много регионов. Нидерланды колониалы. Нидерланды я хочу высадиться туда, но пока мы, наверное, не готовы еще. Базы вроде как везде стоят, строятся. Так, воевать с кем-нибудь будем. С Египтом у нас перемирие до 70-го года. Не повоюем. Ну, конечно, хотелось бы ВБ. Кстати, можем попробовать. ВБ Португалию по отдельности, да? Угу. ВБ забрать вот эту вот точечку, где они чиновников поддерживают. Походу, туда англичане мигрировали чуть-чуть. Понятно. Не знаю, как, конечно, но умудрились. И Португалию. Забрать Португалию это. ВБ забрать это. Вообще, конечно, идея соблазнительная. Ой. Да, ужас. А с кем Австрия воюет? Ну вообще хорошо. Так, давайте подумаем. Если эту войну проворачивать, основные силы придутся сюда. Да, в любом случае армии сюда. В общем, все идите сюда. Тут 9000, это... Ну, в принципе, кидайте тоже сюда, там разберемся уж. Флот. Кстати, у нас уже есть флот. Может быть, даже ВБ где-то будем пинать. Брыкать. Чтобы им было больно и страшно. Так, флот я лучше объединю. Не хотел бы его потерять. Это было бы очень печально. Что, выступаем прям сразу? Не, ну а что тянуть? Уже мониторы подъезжают. Не знаю, страшно, конечно. Мы их как бы один раз отпинали. Ну, в принципе, наверное, еще раз отпинаем. Португалию распараллелим. Будем их отдельно долбить и тех, и тех. Португалия. Угрозы какой-то нам не представляет. Но отсюда ее прогнать надо, это 100%. Ох, молодцы. Не так уж, наверное, актуально, но... Чё тут так англичан много стало? После того, как мы сюда пришли, англичане просто расплодились везде. Их не было столько, я же ведь прав, не было. А буры, буров, да, нас стало много. Но не очень, и не везде. Так, что там настроилось? Цементный завод. Бурский цемент. Самый лучший цемент. Куда? На Сегу? Ну и бежите. Бегите. Бегите, бежите. Один хрен в данном контексте.
Тут задумка такая, кинуть синхронно вар ВБ Португалии, распараллелить и Португалию уже оттяпаем тогда. И ВБ, ну блин, вот эта вот клякса, она... О, Япония вестернизировалась. Во-первых, это наши земли, это раз. Во-вторых, как-то неэстетично такую кляксу иметь. Плюс это клякс, ну если бы это был бы игрок, это было бы, наверное, более целесообразно. Все-таки это ИИ, он не так объективно оценивает все, он и так видит, грубо говоря, нас. То вот эта штука подсвечивает все вот эти приграничные регионы. Зачем ему эту такую инфу давать? Незачем. Незачем. Именно. ВБ, не надо. В итоге останется, если изгонять ВБ из Африки, если мы им ничего не уступим в колониальной гонке, что, наверное, сомнительно, но я надеюсь на подобный сценарий. Главное не подпускать их к колонизации близко. Вообще никого не подпускать. Колонизация должна быть только для нас. Только буры спасут Африку. Крюгер умер. Так. Надо подумать. В принципе, мы сейчас как бы все поделали. Можем сосредоточиться на других вещах. Я бы неорганическую химию вкачал. Давно хотел вкачать, не было возможности. Или все стало плохо. ВП. Как тут у нас с чиновниками? Тухло. Тоже других регионов у нас почти нет. Буры админы только. Вообще нет. Ну, протестантов большинство, коптов почти нет, суннитов дофига. А вот буров всего лишь тут 3,1% меньшинство. Время белого человека. Унижение. Смысла не имеет. Так, и сразу же оправдашку. А мы успеем. Можем не успеть, поэтому не буду рисковать. Про что я говорю, мы можем не успеть. Но, хотя нет, успеем, но просто лучше сэкономить. Лучше сразу ухудшить отношения с Португалией. Дерзкие. Разберетесь, я надеюсь. Надеюсь. 23 подразделения мобилизовать. Нормально. Так. Все-таки уроды. Ну, тут очевидно. У них забираем Лоренцо Маркиш. У вас забираем это. Больше ничего брать не будем, наверное.
Ну, если, конечно, это можно в Португалии еще Замбезию оттяпать. Тут морские базы есть. Тут, кстати, нету. Нет, есть первый уровень. Серьезно. Так, АПМ. АПМ. Халайп. Я знаю вас клонов, поэтому лучше сохранюсь. Как поддержку сюда лучше. Живс бустер. Хотя стойте, наверное, тут, на сестрах рисов. Вас лучше подогнать. Не знаю, будут ли они участвовать. В принципе, наверное, их даже участие тут будет вредно. В 17-й мире армия. 22-я промка. 5-й престиж. Конечно, без такого. Все нас зауважали сразу. Неудача в колонизациях и сразу попытка оправдать войну была раскрыта. Ну это, наверное, было плюс-минус так. Против кого там? Португалии, да, вызываем посла Португалии. Слушайте, дайте нам свежие карты ваших этих колониальных владений на границе с нами. А вам зачем? Ну, мы тут хотим... Да не важно зачем, подумаешь, хотим себе кусочек. Ну, что тут такого? А, понятно, ну ладно, держите. На следующий день. Попытка продать войну была раскрыта, неудача в колонизациях. Колонизация. А, или нет, мы не дадим вам карту, пошли в жопу, блин, неудача в колонизации. На следующий день попытка пройти, она была раскрыта, получится столько-то вещей. Это классика жанра. Ну, наверное, две армии так-так, этого хватит. Я не думаю, что здесь Португалия армию держит. А если держит? Я думаю, что она не держит, я надеюсь. I presume. Ну, раз I presume... Долго еще? Массава. А где это? Не знаю, где-то здесь, наверное. По идее, на юге должно быть, но это не точно. А, серьезно? Прикольно. Где бы были бы буры? Мы здесь. У вас здесь нет. Ну ладно. Би-би-би-би-би-би. Французы. Багет. Привет, багет. Привет. Привет, багет. Привет, багет. Слушайте, это мем какой-то. Уже. В нашем канале. Тогда получается. Да, так, Португалия. Буки-буки-бомби. Смотрите, мы кидаем сразу две войны. Кому первую войну, наверное, не суть важно. Хотя нет, все-таки, наверное, важно. Хотя сейчас глянем, если они туда и туда не пойдут. Не пойдут. Ладно, в таком случае кидаю первую войну ВБ за
британский отель Зулуленд. Война из-за двух очков и вам за Лоренцо Маркиш. Все, вы друг друга союзниками. Не назовете, а войны сами распараллелены. И что мне на это скажете? И весь мир за нас такой. Ух, СГС. Ради пробки на 2 очка. Ну, отвлекающий маневр. Ой, вообще плевать. Теперь ждем их следующего шага. Куда нападете? Если нападете. Наверное, нас можно объединить. Глупые воины. Да где вы меня блокачите? Иди сюда. Окей, шо мне чугат? You want to fight? Окей, let's go fight. Ухирам за пока. Пока, пока. Так нет. Только плывет быстрее. Но я тебя поймаю все равно. Это отвлека... It's a trap! Run! О, транспортник! Ох, Венгрию отделили. Абсолютно цивилизованная монархия. Да. Надеюсь, с людьми. Топим английский флот. В чистом виде, потоплено. Потрачено, потоплено. Все, 2 очка есть, го подписывать. Нет, я не отдам. А потом, следующим бы делом, я бы забрал бы у них Фритаун. 160 тысяч, да еще и драгметалла. Ну, а дальше уж смотреть. Тут как бы все это фигня. Но если наша цель именно освободить Африку. Да-да-да. Киргелия. Ну, это не Африка. Хе-хе-хе-хе-хе. Серьезная война, серьезные земли, накал страсти зашкаливает. Так, теперь надо думать. Минимальную зарплату поднимем. Разобьем. Должны. Так, но он высадился чудным образом. Вообще-то богаюсь, мы бы не высадились бы, но он высаживается. Хе. Ух, красиво. Это еще не все. Теперь все, это еще не все.
ВБ. Я, конечно, все понимаю, но мы воюем за маленький клочок суши, которому вы выхода не имеете. Хотя население, смотрю, там приходили. Какой хрен он вам сдался? Просто не хотите нам дать красивую карту, а прав. Не потопят? Вряд ли. ВБ. Не тупите. Он пиздит. Отлично, лимит снабжения. Надо подумать, что дальше брать. Такс, ну я, наверное, армию улучшу. Нам скоро воевать придется очень много. Так, объединенный флот. Серьезный флот. Можем попробовать помериться. Не знаю, кто выйдет победителем, но в целом у нас как бы шансы есть. Его разнести нахрен. Интересно, он сам выступит агрессором или мне его надо будет пихать, пинать? Так, это транспорт. Ой, флот, короче. Короче. Разбили. Ага. Ладно, стойте так. А, он сам напал вообще идеально. Идеально ли? Ну, вроде как потери у него есть. У нас тоже, но у него больше потерь. Нет, командира. Иди сюда. Иди сюда. Очков, отлично. 15 транспортных, 14 малых кораблей, 20 большой. Мы потеряли один транспортник, кстати. Я думал, мы один какой-то следующий корабль потеряем. Не, мы потеряли один транспортник. Может, подпишем мир уже, ВБ. Я могу что-нибудь добавить. Вы меня оскорбляете. Опа, вот это дерзость. Вы же победите, это будет нелепо, если проиграете. По-моему, проиграет. ВБ, не будь идиотом. 20 счета за 2%. Я могу вас оскорбить? Вы оскорбили мои ложки. Кого? Это бред, это реально бред, я не понял юмора, но это правда бред. Мы воюем за маленький этот кусочек земли, который ценится гораздо меньше, чем то, что мы забрали в прошлой войне у них. Но они так залупаются за него, как будто, я не знаю, мы тут Лондон просим отдать. Маленький клочок земли, какой Лондон? Пошли нахрен. Ну, что-то типа. Может, перезагрузку вам мозг освежит? А чё такой счет стал за... А, мы ж типа это еще воюем. Все. Подождите, не надо резко так наламываться на него. На свой страх риск объединиться. Теперь можно и попробовать. Не, это, конечно, 5. Буры воюют против нидерландцев. За бурские территории. Нидерландцы настоят, что это английские территории. Буры говорят, что это бурские. Это бред, но в этом есть какой-то, знаете, исторический прикол. Что ли? Иди сюда. Эй, Вася.
чинись, чинись. Все, разбили насмерть, Ну что, ВБ, ты тупая? Да. Ну, тупая. Ты понимаешь, что проиграла? Ну ладно, не купила. По-моему, португальцы быстрее согласятся. Что сюда плывет? ВБ, you're mad. Безумно. Ты бредишь. И ничего, в киоску заряжают эти очки для подписания мира. Не понимаю логики. Он и бредит. Не, серьезно, мы 22% счета набили, 23. А я даже на белом мире не согласна. Ай, больные ублюдки. Больные ублюдки. Не теряйте базу, придурки. Фух. Это за кого? Это за них. 26% счета. Чё такие уроды? Их даже не штрафят. Ау. Минус немецкий флот. Чё, как поплавали? Уже 30% счета. Им всё мало. По-моему, они... Ой, ну это фигня. Ой, это фигня. Зумбо. Блин, вы реально дебилы. Они даже на белый мир не пойдут. По-моему, тут немножко упоролся. Все, высадка, да? По-моему, они сюда идут, да? Угу. На покер Сафала, побережье Сафала. ВБ, чё как? Смаркиш, разбить их нахрен. Профессиональная армия. Угу. Ну, продолжать бредить будете или как? Это бред. Это реально бред. Не, я, может быть, что-то, конечно, не понимаю, но... Мать его, мы воюем за... Ой. Какие-то ссаные островки. Минус флот. Короче, мы британский флот просто потопили. Чем, кстати говоря, облегчили себе колонизацию? Облегчим. Облегчаем. Именно. Обратно присоединились коты. Выделяйте кого-нибудь. Такая Австрия веселая, Венгрия. Чуваки, хватит. Нет, это... Это абсурд.
Это тупость на грани гениальности. Скотина, там же база была. Ну ладно. Не помешает нам деньги. Я перезагружусь. Они должны подписать мою петицию. Да так бесит, когда они упираются. Не, серьезно, как будто мы столицу не забираем. Стратегическая ценность этого региона очень опосредована. Они примут, да неужели? А мы согласны? Не согласны, допустим. Эстетика, подождите. Великое переселение все равно можем сделать, да. Так, получили регион Табабосю. Ну, 50 тысяч, сейчас скажут, 2,5 угля. И кто тут? Чуть-чуть англичан. Это регион я пытаюсь оккультурировать. Все, юг полностью наш. Деля-рай, деля-рай. Теперь с вами, придурками, что? Примите? Молодцы, но я хочу большего. Я вот эти два региона, наверное, заберу. Так что продолжаем натиск. Нет, ждите. То, что они в союзе с ВБ, будет более правильно, если мы распилим их. Земля. Лол, это только сейчас либертарианцы появились. Они что, по-моему, появлялись, не? Ладно. Странно. Я еще думаю, почему их нет? Радикальная партия. Ради чего? Так, ну декабрь я не буду лезть. Хотят им тут все давать. Отстала абсолютно монархия. Так, насколько я помню, уточнить просто. Пулеметы, систем снабжения флота. А, не. Пулеметы тогда. Так, а теперь надо очень внимательно играть. Мы можем получить или потерять. Ай, колониальное владение. Что за столько грамотно мы это все проведем? Напряжение. Хотя подождите, ну это в порядке гипоте. Вы сломали здесь базу. А куда деньги ушли? Ой, не знаю, чё. Значит, знаю. На мониторы мы же заказали новые, ну да. Это нормальная трата, она обоснована.
Как он называется, который собирать будем? Замбезия. Замбезия. Так, теперь ВБ можем поговорить. Ой, ВБ, Португалия. О мире. Во всем мире. Согласна? Винишка! Оранжевая. Да. Трансваль. О, да. И португальцы прыгнули. Красиво, красиво. Ничего не скажешь. Получили следующие регионы. Лоренцо Маркиш, 270 тысяч рублей. И Замбезия, 237 тысяч. Провинция... Лоренцо Маркиш, 69 тысяч зерно, Чаймате, 76 тысяч зерно, Ньямбаны, 48 тысяч зерно, Масакиса, 77 тысяч зерно, Сафала, 40 тысяч табак, Келимане, 23 тысячи зерно, Сено, 46 тысяч зерно, Масуриза, 37,5 тысяч зерно, Сонго 40,5 тысяч зерно, Тете 25,5 тысяч зерно, Зумба 25,5 тысяч кофе. Очень хорошее приобретение для наших колониальных с ней компаний. Все, тут осталось выбить у них это. Тут, конечно, они одурели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, тут семь позднее уже. Армезия. Да уж, позанимали мы знатно. Но это все на флот. Тут даже никакого сожаления нет и быть не может. Было бы очень странно бы. Я понимаю, что оранжевый это вопят как бы. Буры хотят отделиться от буров. Ват. Трансваль. Что там столица у нас? Да. Буры и сота. А по национальностям не прокрашивается пока ничего. Жаль. Тут на покрас рассчитывать не приходится пока что. Ну, неплохо, неплохо. 5 миллионов 330 тысяч. Egyptian. Верхний Египет отнять. Сохранится, а то нам любят кайфы обламывать. Вы знаете, какие они эксперты по кайфоломанию. Очень большие. Османы. Добро пожаловать обратно. Сферу. Хорошие технологии, сохранюсь. Корабли уходит много денег, но оно и понятно. Просто сколько очков. Главное, чтобы никто раньше нас колонизировать не начал.
русским сценаристом. Смешно. Нелепо. Нелепо. Короче, вон ключа в этом месте. Заманзила. Ну, просто как-то под корону английскую защищаться не хочется, но вроде как англичане не буры. А назовем-ка себя Южноафриканской Республикой. Да, а чего, почему бы и нет? Трансваль. Кайф. А не страна. Теперь. Но работы еще много. Вот представьте, когда мы всю Африку заколонизируем, что будет. Ну, не знаю, сколько все, но я надеюсь на большую часть территорий. Реформа. Низкую зарплату. А, денег нет. Лучше право поменяли. Бедные засранцы. Так, Египет, как я уже сказал, мне нужен верхний Египет. Чтобы мумии искать. А еще это прибрежный регион. Дикие займы. Дикие цели. Точнее, предел. Трансваль. Ну, типа, ты не в том положении. Греция, банкрот. Ну, все время банкрот. Одну дивизию мобилизовать. Гениально. Копты. Подожди, а, католики, ну это нормально. Это португальские колонии. Я думаю, откуда католики у нас тут? Везите католиков в церковь. Мы не в GTA 4. А, ну да.
Так, тяжело попутать, легко попутать, точнее. Очень похожие игры, ну да. Сливаются наши земли и османские по штриховке. Непонятно, что мы забрали, что они. Сейчас бы стереть нафиг. Еще и на фронта. Все, теперь мы можем открыть колониальные отношения. Надо быть очень аккуратным. Потому что с этого момента начинается гонка за Африку. Я сохранюсь, войну с Египтом я сейчас доделаю и часть закончу. После этого я хочу уже в следующей части нарезать Африку. Надо быть очень аккуратным. Я не про то, что Хиджаз нас может раскрыть. Хотя это тоже. Япония быстро вломилась сюда. Ага. Так, а вот сейчас надо очень аккуратно играть и проверять. А, мы так не проверим. Но вероятность того, что у кого-то еще оно... Ой, армия есть. Как-то мило. У кого-то еще оно есть маленькое, поэтому надо очень аккуратно... Ну, хотел на следующий... Ну, ладно, будем резать следующий конкретно. Сейчас тогда проставим, потому что пришло время. Так, мы можем до сюда достать. Это как бы потенциально оно сюда лезет. Очень потенциально. Не буду тратить очко. Но давайте заселять. Что можем? Очень аккуратно прибрежные земли. Исчерпаны. А теперь надо каждый месяц аккуратно мониторить, чтобы никто это не забрал. Мега великий трек, супер великий трек. В любой момент какая-нибудь очень умная в кавычках страна может обнаружить эту технологию и начать заселять. Нам это в счастье в кавычках не надо. Проблема в том, что мы не узнаем, кто что, пока никто что. Мы только увидим это. Ладно, не просмотреть. Войска пугают. Опа, Италия влезла. Стюко. Стюко туху. Причем тут надо с лагом на один месяц назад по-хитрому играть, чтобы не пропустить. То есть в начале месяца, если было, как бы оно открылось, может, в прошлом месяце, там в конце, середине.
Но при этом они, как правило, вот вместе не лезут. На следующий день начинают лезть. Как бы уже был автосейф, у них это уже открыто. Просто они цукоцакатухо. Италия. Великая колониальная держава. Италия очень много африканских земель колонизировала. Итальянцы вообще тут весь мир колонизировали, вы представляете? Итальянские колонии в каждой стране были. С пиццей, с папиросами, блэкджеком и плюхами. На самом деле тот еще анонизм, честно скажу. Но приходится. Если вы хотите что-то такое грандиозное, масштабное. А, мы еще против хиджаза оправдываем войну, точно. Ну, хиджаз, он и в Африке хиджаз. Но он не в Африке. Трансваль, Африка, африканеры. Значит, Африка. Раз был великий трек, значит, есть. И есть великий трек, значит, это Африка. И какие-либо инсинуации на этот... вопрос недопустимый. Так, вот сейчас вроде мы ничего не наблюдаем. Всему сейвимся. Но проверять нужно тщательно. Архи тщательно. Egyptian, давай подпишем. Ты же понимаешь, что ты не вытащишь. Штраф пройдет. Урод. Попробуй. Проглицерин. Конечно, хорошо. Меня не проглицерин должен смущать. Проглицерин — это последнее, что меня должно волновать. Хотя, конечно, открытие полезное. А, тут же у него еще земли, кстати. Мы их не стали брать. Ну, идите, что забирайте на счета. Француз открыл. Влезла паскуда. The Great Track of Africaner. Z. Так. Вроде чисто. Никто не накосячил. Но с другой стороны, так вот надо помучиться пару лет. Вы забираете все точки, через которые не могут войти в колонизацию, спокойненько колонизируйте центр. Кстати, чисто по фану я не достану. Достану. Прикол. Опа, приплыли. Нет, я не против, пусть они это забирают, но просто сам факт, что Нидерланды могут в колонизацию, значит... Тут, кстати, надо очень аккуратно смотреть, флаги сливаются, у нас же одинаковые флаги. Только зеленая полосочка такая добавлена с рюшечками. Надо быть очень аккуратным. Пусть забирают, пожалуйста. Как бы вам эти острова близки, я все понимаю. Не показывается так. Но наши земли, суки. Просто вот это тоже неудобно, что тебе приходится и туда, и туда, и туда смотреть. Это создает определенные сложности. Процесс колонизации. Не, пусть они там забирают, пожалуйста. Но просто после этого они ломанутся сюда. Так, это февраль был, февраль запоротый. Весь февраль запоротый. Сейчас проверим, 1 февраля было, это фигня. Скорее всего, была... Ну да. Нидерландцы что-то подозревают. Ага, африканеры в Африке. Лучше к ним не лезть. Тут у нас азиатские земли есть. Давайте лучше азиатские колонить.
Так один раз вы пропустили и все, страдаете. Никто за вас не будет отдуваться. От 15-го стабильный сейф. Ничего как бы нет. Да, вообще каждые 10 дней надо сохраняться. Чтоб наверняка. Чисто. 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 И тут срач уже идет. Я туда не влезу. Достал бы, если бы было прикольно. Ну и забуров. Туда лезть. Конечно, по фану можно, если цель такую поставить, но, по-моему, это глупость. Что фигню каждый месяц заниматься? Талия! Если так долго сейчас будет продолжаться, я, наверное, просто закончу часть. Я вообще хотел, просто я планировал Египет забрать чуть-чуть пораньше кусочек, до начала всей этой тусовки. Но получилось так, как получилось. Влезла? Нет. Франция теперь. Ты сиди, дрочись. Анонизм, который не доставляет удовольствия никакого. Но зато потом, по завершении процесса надрачивания, если так можно назвать, на выходе мы получаем очень хороший продукт. Жирные-жирные африканские земли. Что может быть круче? Жирные-жирные европейские земли? Ну, возможно, и так. Но дело не в этом. Да, наверное, это затянется. Ну, хотя бы месяц протянуть бы. Да, наверное, лучше 5-го, 15-го, 25-го. Вообще по 3 раза сохраняться. По каждой декаде, чтобы потом можно было переоткатить. Вообще, это еще тот абсурд. Есть герои? Французы. Герои дня. Френч, френч, френч. Та-т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 а. Бла-бла-бла. Это Нидерланды, Бельгия. Точнее. Я еще надеюсь, просто они не на 25-е поймали, хотя это легко отследить. Так, вроде не влезли. Вроде не влезли. Ну и отлично. Мы будем считать, что второе это как пятое. Опа. Опа, отлично. События на мумию выскочит, когда мы национализм и империализм откроем. Так, чисто. Вроде как. Ну, 13, неважно. Получили регион Верхний Египет. 89790. Провинция Марса Алам. 14200 зерно. Итфу 26700. Хлопок. Луксор 24500 зерно. Кина 18000 хлопок. Кусейр 6660 зерно. Я сохранюсь. Ну, наверное, пока продолжать... Ну, заканчивать, точнее, часть не буду. Просто
Это может быть уже запоротый сейф, я хочу убедиться в этом. Не сейф, а это... Ну да, сейф запоротый. 13-го, так 13-го. Просто если бы вы начинали за какую-нибудь там великую державу, как у нас там за ВБ, за Россию было, мы к этому времени просто уже столько очков имели, и столько времени, что нам просто плевать, заходит тот, не заходит, мы просто все забирали. Ну, сейчас ситуация очень другая. Да кого же с вами так сидеть? 8-го, 2... Ой. Не, всего месяца. Февраль, февраль, март, третий месяц. Ой, 8-го, только конец 8-го еще. Что, есть герои? Французы. Ладно, давайте на этом закончим. Вот та предыдущая чистая сохранка с нее это. Итоги сегодняшние. Мы победили англичан и португальцы, забрали эти земли. Кого-то тут еще захватывали, я вот не помню, что-то воевали. В общем, Трансваль, Трансваль. У Египта забрали дно. Да, начали колонизировать. Поэтому подписываемся на канал, ставим лайки, включаем уведомления. Увидимся с вами в следующих видео. Наша с вами Старым Добрым, консервативном канале. Всем пока.